Североказахстанцы покоряют вершины мирового пьедестала. В воскресенье Алексей Луценко стал лучшим в общем зачете арктической гонки Норвегии. Это ежегодная шоссейная веломногодневка. Проходит она за Северным полярным кругом. 18 августа наш земляк финишировал третьим на последнем этапе гонки. А общее время казахстанского велогонщика по итогам 4 дней – 14 часов 59 минут и 27 секунд. Всего на одну секунду ему проиграл спортсмен из Франции, который занял второе место.